Вот такой планшет с клавиатурой распаковываем, да? Вот так вот выглядит, соответственно. Очень круто. Сейчас распакуем. Вот написано Android 12, Octa-Core процессор, типа 8-ядерный, я так понимаю. Ну, это могут быть просто надписи, конечно. Так, память 8 ГБ, оператив 512 основная, зум, так, 5М плюс 13М пиксель. Разрешение 3000 на 1440, диагональ 10,1 дюйма. Вот, разрезаем. Сейчас на доставку отправится. Показываю, что я все новенькое достаю, все классное. Вот так вот у нас упакован. Соответственно, вот никаких дефектов. Тут какая-то вот микроточечка, если можно придраться. Вот. Так, зря пальцем так делаю. Сразу вот, если пальцем трогать, сразу остаются такие следы, конечно. Вот здесь Type-C, здесь вот громкость, включение-выключение. Ну-ка попробуем включить, есть зарядка. Да, вот включаем, соответственно. Тут вот вынимается симка. В комплекте скрепка тоже есть, вот со всех сторон показываю. Здесь вот звук, видимо, выходит. И вот, соответственно, основная часть его. Дальше у нас идет такие два элемента. Дальше так. Зарядный провод, 3D очки. Не пробовал в действии, но мне кажется, за такую сумму вряд ли они работают нормально. Так, чисто прикол, наверное. Вот, кстати, планшет включился, все окей, да? Сейчас еще подключу клавиатуру к нему. Вот в комплекте стилус. Так, что-то фонарь перестал. Так, вот в комплекте скрепка и переходники для этого, для симки, да? Такая вот бумажка, типа руководство. Такая штучка, чтобы не пахло. Значит, блок зарядный, клавиатура беспроводная. Вот так вот включаем. Она тоже заряжается. Вот здесь вот Type-C, да? Вот. Здесь вот, чтобы подключить, нажимаем Connect, потом подключаем в Bluetooth в планшете, сейчас покажу. Но я подключу, уже не надо будет подключать. И вот такой чехол для планшета, да, туда вставляется, и сменная пленка на экран. Вот, то есть все в наличии. И здесь, соответственно, стилусом можно, но более чувствительно пальцем, сразу скажу. Вот, то есть мне удобнее пальцем, например, чтобы долго не тыкать, так что не всегда бывает быстро. Вот ищем, вот, допустим, к моему Wi-Fi подключаемся, да, подключено, нажимаем назад, дальше, так, блин, все, кто-то звонит, сразу забивает все, только начинаешь снимать, вот, Bluetooth. Так, вот, добавить устройство в Bluetooth, Bluetooth keyboard, соответственно, подключено, да, и здесь еще вот настраиваем клавиатуру. Сразу, чтобы она была русская, потому что она не всегда по-русски сразу печатает. Вот у нас русский. Вот все. И теперь, соответственно, переходим, допустим, YouTube, да. Ну там или что угодно, ВК-видео, кто что хочет, браузер. Вот и здесь вот вбиваем что-нибудь. Вот видите, Ш, русская буква, да. И, ну или просто... Здесь берем клавиатуру и вбиваем. Появится, вот надо нажать, наверное. Вторая клавиатура. Вот. Ну, там караоке или кто что хочет, да. Все, нажимаем. На любые. Часто берут планшет для караоке, чтобы колонку подключили и поете, и буквы видно на большом экране. В общем, все работает, все четко. Вот такой планшетик. Планшетный компьютер даже, я бы сказал. Вот, поэтому все четко.